из центра событий. То есть такого еще не было. В странах свободной журналистики и свободы слова. Ну да, там даже такая формулировка довольно смешная. Но это мне плевать на санкции в Великобритании. Ну, собственно, я даже не очень понимаю. Мне вчера звонили, писали, просили как прокомментировать это все. Я не очень понимаю, что комментировать. А что комментировать? Если будут боевые действия в Лондоне, все равно тебе освещают. Это понятно. И без визы придется. На самом деле, я не сторонник провалы. Привет, спасибо. Мне кажется, это такая добрая оценка. Они работают достаточно хорошо. Благодарен британскому правительству. Евгений Подобный был в нашем эфире. Евгений человек, который видел не одну войну и вошел в историю журналистики, в частности тем, что разоблачил другие техники в использовании химического оружия России или особенно в Сирии, когда оказался там первым, еще показывал.